Всем привет! И сегодня я впервые решил снимать реакции от самого себя. То есть, не делать реакции в Гачаклабе, хотя я тоже буду их делать, понятно. Но также я их буду делать в реальной жизни. Поэтому, если вам понравится, то напишите в комментариях, про что мне бы еще снять. Так, а вот сегодня мы будем снимать реакцию на три старых ролика с канала The Brian Maps. И первый ролик, который называется «Парикмахер-убийца». Давайте же начнем. Всем привет, друзья, с вами Брайан. Я думаю, все вы помните, что у меня отлично получается стричь людей. Нет? Окей. Поэтому я решил поиграть в игру, где нам придется брить людей. Логично же, да? Вот я говорю, что да. Добро... Логично. Пожаловать в The Barber Shop, что в переводе означает парикмахерская новая игра. Итак. Парикмахерская новая игра. А чё, хорошее название игры? Я бы так же назвал, если бы умел. Вначале мы заходим в салон и... О, господи, какое милое лицо. Я так понимаю, его нужно побрить так же, как и на этой картинке. Я, правда, не знаю, как сделать его таким веселым, ведь в реальности он явно чем-то недоволен. Ладно, попробую начать. У меня талант. Так, ну ему нужно тут все сбрить. Я думаю, это будет легко. Ой, блин, я ему по глазу попал. И за это деньги сняли. А почему? Ну ты совсем тупой. Так, ладно, теперь все серьезно. Сейчас я его нормально добрею. Так. Брайан, 1 000 000 подписчиков. Эксперт по комментированию видеоигр. Ну и по совместительству... Тупой. Все, теперь он точно такой же, как на рисунке. Финиш. Итак, сколько же мы заработали? 45 000 000! Вот это да, это повод продолжить. О, кстати, у нас открылся новый инструмент. И с помощью него мы сможем... Что? А чё мы, кстати, сможем? А, теперь мы сможем брить его рожу без ворсинок. Ну ладно. Но, надеюсь, с помощью следующего инструмента мы сможем резать его лицо. Брайан, ты пугаешь меня. Так на чем мы там остановились? Ага, теперь нужно вообще все сбрить. И вроде бы это легко, но когда на вас смотрит вот это лицо, это не так уж и просто, я вам скажу. Ну что же, бреем здесь. Этот нож прямо уже около тебя. Извините, иногда путаю фразы моего основного канала и моего второго канала для маньяков. Вернее, для моего второго канала для Майнкрафта. Но я же не снимаю Майнкрафт. Ну что ж, кажется, я все сбрил. Нет, не все. Вот теперь точно все. Финиш. И сколько же мне дадут денег? 45 000 000000! Ура! Ну что же, время третьего уровня. А давайте-ка в честь этого события я вам расскажу, как правильно душить людей. Чё? Вернее, как правильно брить людей. Да выбирай нужный. Так, ладно, не так. Шаг первый. Брейте клиента правильно и аккуратно. Получай. Шаг второй. Прям аккуратностью так и тянет. Вежливыми. Так, слушай сюда. Только попробуй пискнуть, и тебе горло перерез. Шаг третий. Вежливо. Расскажите клиенту хорошую историю из жизни. Короче, прикинь, вчера я клиенту чуть ухо не отрезал. Очень весело. Ну что? Фух, ладно. Логично, но что такого? Давайте продолжим уже наконец-таки брить людей. Это же так весело, брить людей. Умора. И что его опять нужно сделать так же, как и в первый раз? Дать бы хоть что-нибудь новое. Так, мы в районе глаза. Здесь нужно быть очень аккуратным. Просто был у меня один клиент и... А, да ладно, неважно. Осталось совсем немного. И клиент готов. Так, ну вроде бы я все сделал. Финиш. Итак, судя по шкалам, в точку я попал полностью. По времени тоже достаточно быстро. Ну и по качеству... Давай. И мы заработали 45
много, короче. Продолжить. Ну что же, что-нибудь новое? Опять? То же самое? Вы серьезно? Да блин. Разработчики, у вас что, фантазии не хватануло больше? У моих клиентов вообще нет фантазии. Ну, кстати, так... что можно отметить в этой игре, то, что в ней совсем нет багов, совершенно нет багов. Так, ну теперь у него хотя бы не такая недовольная рожа. Финиш, и у нас ничего нового. Господи. В общем, на этом, я думаю, пора закончить. Если вам понравилось это видео, то поставьте мне палец вверх и подпишитесь на мой канал. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Ну вот и все, с вами был Парикмахер Брайан. До скорой встречи, пока. Давай. Довольно-таки неплохо. Очень крутое видео. Поставил лайк. Вот тоже вот ставьте лайки. Вот найти старые ролики, которые я сейчас буду снимать реакции, будут в описании. Переходите, смотрите их обязательно. Но мы, пожалуй, будем продолжать. Ну а второе видео, которое мы сейчас посмотрим, называется «Гермиона на завтрак. Время вопросов номер один». Довольно-таки интересное название ролика. Давайте продолжим. Камера готова. Можно прыгать! А! Как серьезно. Чего? Не обращайте внимания на мою голову. Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Брайан. Сегодня на моем канале новая рубрика, которая называется «Время вопроса». Эпик. Это, наверное, как сумасшедший какой-то, да, сказал? Да. И все, все. Кот, иди сюда, ну и, конечно, в этой... А, чё? Оу, что это? Прокладки? Ну и в этой рубрике, конечно же, я буду отвечать на ваши вопросы, потому что их накопилось очень много. Как глупых, так и нормальных. Но отвечать я буду и на те, и на те. Ну и первый вопрос от пользователя Рона Уизли. И он спрашивает, как приготовить Гермиону на завтрак? А, так это и не кликбейт, да? Гермиона. Все опять. Шоколад. О, кетчуп с сметанкой. Это, так сказать, как я готовлю в двух словах. Готово. Приятного аппетита. Готово. А следующий вопрос прислал Ник с пользователем Гарри Поттер. И он спрашивает, как сварить оборотные зелья. Так, все, пора заканчивать читать Гарри Поттера. Мам, где у нас керосин? Ну и следующий нормальный вопрос спрашивали очень много пользователей. Блин, замазано. Брань, как ты монтируешь видео, наверное. Броняша, чем ты монтируешь видосы? Где ты монтируешь? Чем ты монтируешь видео? Говори живо, а то хуже будет. Угрозы. Посыпай. Игровые видео снимаю я через программу, которая называется Fraps. Монтирую я через Sony Vegas Pro 12.
Но снимаю я себя на видео камерой Sony Alt 58 Kit. Надеюсь, больше таких вопросов не возникнет. Ну да, конечно. Ну да, конечно. А следующий... Алло? Алло. Да, привет. Да, я просто видео снимаю. А, тебе, наверное... Нет, это не секс по телефону. Пока. Сколько ты зарабатываешь? Знаете, я беру от жизни, что дают. Чё? Жизни, что дают. Мне кажется, или уже так кто-то шутил. Поэтому... Наверное. Зарплата, кажется, пришла. Надеюсь, на этот раз будет побольше. Зарплата. Ну, начнем. Как я открываю зарплату в двух словах? Ха-ха, вот ты нищеброд. Фух, на пивко хватает. Стоп, вы действительно думаете, что я пью пиво в 14 лет? Нет, и вам не советую. Так, стоп, 14? В 2014 году вышло. 14 лет ему? То сейчас ему 21 год, да? Или 22? Наверное, 21, наверное, да. То есть где-то 4-5 лет он старше меня. Офигеть. О, черт, это же правда. Где я беру игры для видео? Ну, на самом деле я беру игры с таких сайтов, как smallgames.info, newgrounds.com. Когда я играю во флеш-игры, я просто так и набираю смешные флеш-игры или флеш-игры по категориям. Также я играю в игры для системы Android, но в них я играю через компьютер. Многие спрашивают, как ты это делаешь? На самом деле я знаю как. Надо просто специально программку скачать. Так ты... Ну, да, скачайте специальную программку, и так вы сможете играть, ну, в те игры, которые на Android, я обычно играю на компе. Это я знаю, да. Просто нужно скачать эмулятор, который называется Блук. Ой, Блук. Каблук. Блук? Нет. Блутакс вроде бы. Да. Вот. Блутакс, да. Именно так и называется эта программа. Вот так вот, правильно. И через него как раз таки я играю в эти игры. Следующий вопрос от пользователя Five Nights at Freddy. И он спрашивает, что за овечка у тебя на голове? Какая овечка? Наверху которая. На этом все. Свои вопросы пишите в комментариях на YouTube или мне в Twitter. Так, ты кто такая? Пошла вон отсюда. На этом все. С вами был Брайни. Анджела. До скорой встречи. Пока. Прикольное видео. Ну, прикольно, пожалуй, да. Ну что ж, давайте перейдем к последнему ролику. Ну и последнее видео на сегодня называется Geometry Dash плюс Smoothie Challenge. Какой вкусный коктейль? Ну... То, что он будет вкусным, я сомневаюсь, конечно, смотря какой он приготовит. И в чем же заключается смысл этого челленджа? Ну, надеюсь, будет интересно. Ну, а мы будем заканчивать на этом. Давайте начнем. Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Брайан, и добро пожаловать в игровой челлендж! Это рубрика, где я соединяю обычные задания из сегмента «Вызов принят» с играми. Именно поэтому она так называется. Если в прошлом выпуске мы били яйца об голову, то в этом будет Стоп, чё? Бился яйцами об голову?
Надо будет как-нибудь посмотреть этот ролик. Что поинтереснее, я соединю смузи челлендж с игрой Geometry Dash. О, Geometry Dash, да, я знаю. Я такой на телефоне играл. Прикольная игра. В этой игре мне предстоит пройти 3 уровня, и на каждый уровень у меня будет всего по 5 попыток. Если я не смогу пройти уровень меньше, чем за 5 попыток, то я выпиваю 3 глотка этого ужаса. В буквальном смысле. Кто еще не знает, что это за такой челлендж, то скоро вы узнаете. А сейчас приступим к Geometry Dash. Так, я буду проходить первые 3 уровня. Так что давайте начнем. Первый уровень. Я играю на компьютере. Это эмулятор андроидовских игр. Да-да-да, ты на ответ на вопросах отвечал тогда. И фак, это довольно сложно. Эта игра похожа на The Impossible Game, но эта игра по мне так намного лучше, чем The Impossible Game, потому что в The Impossible Game там, во-первых, не так сложно, во-вторых, там всего лишь 4 уровня, а тут целых 15. Да 15. И музыка... Слушай, ты уже 3 раза сказал Impossible Game. Вообще... А кто знает, что это за игра такая? Пишите в комментариях, кто знает, что это за игра такая. Тут круче, и эффекты всякие. Так что, вау, как я это делаю? Я уже с первого раза почти... Не знаю, сколько я прошел, спак! Это сложно. Это сложно! 35%. Ну, блин, сложно. Блин, баничный. А что за прикол сейчас был вот это вот? Девочка заорала. Вторая попытка, у меня почему-то лагануло, но правильно, это же говёный эмулятор. Ну, ничего страшного, мы уже опять дошли до этого момента. Вот он сейчас будет, о нет. Мы будем летать на каком-то батуте летающем. Батут летающий. Чёрт, только не лагани. Так, все отлично. Отлично, есть. Все идет отлично. Блин, надо было включить прогресс бар, чтобы видеть, на каком я сейчас моменте, сколько мне еще осталось мучиться с этими ужасными лагами. Нет, давай. Да ты, блин, задолбала. Ну, на влаги это просто ужас иногда бывает. Ну же. 78%. Ух ты, ё. Тихо. Это ужасно так, включить прогресс бар. Третья попытка. Вы, наверное, удивитесь, почему я так, более-менее хорошо играю, потому что эта игра у меня уже есть на телефоне, я тренировался перед тем, как это все снимать, так что да. Есть уровни в этой игре намного похлеще, которые я не знаю вообще, как проходить, а этот самый легкий. Я уже иногда ложусь. Mm-hmm. Правда, тут лаги. Но ничего страшного, мы все сделаем. Так, мы уже наполовине, как мы видим, по прогресс-бару, так что сейчас все будет... Вот в этом моменте сейчас должно залагать. А нет, нифига. Он, блин... подлагивает в таких моментах самых сложных. Идиот. Сейчас это было лишнее. Так, опять вот тут я где-то. Вот на этом моменте просрал. Давай. Чуть-чуть осталось, фак, слушай. Нет. 87%. Я думала, это гребаное кольцо, это уже финиш, фак. Блин, ужасно. Я прошел на 87%, но я лоханулся как полный, не знаю кто, как так можно было лохануться, я не понимаю, не знаю, я забыл, что там еще дальше, кажется, пролетать надо, фак. Ну, ё-моё. Четвертая попытка. Не лоханись. Это ужасно. Если сейчас я не смогу пройти этот уровень с 5 попыток, то я пойду готовить ту жуткую смесь, которая предлагает нам смузи челлендж. Нет. Давайте я пока играю, расскажу, что это за челлендж. Не расскажу. Пятая попытка. Вот, черт. Последняя попытка. Гребаные лаги. Если еще раз залагает, я убью. Я убью этот гребаный эмулятор. Кто его придумал? Просто я не захотел снимать с телефона все эти заморочки. Хотя я заморочился еще больше, чем заморачивался бы снимать с телефона. Ну да. Ну ладно. О нет, только не лаги. Все, хватит. Тихо. Вот это лишнее. Вот это было лишнее. Вот так, что я делаю, блин, отвлекаюсь, сука, зря. Так, нельзя. Так, скоро будет то место, где я по полностью лоханулся. Вот сейчас оно уже скоро будет. Нет, не будет. Стоп, подождите. Вы действительно хотите увидеть мою реакцию? Лучше бы вам сейчас закрыть это видео. Раз вы просите. То... А вот фиг вам, не дождетесь. Ну... Ha ha ha!
Ничего себе. Вот когда проигрываешь самый сложный уровень, вот так я и звучу. Ну что же, начнем. Конечно же, это не все продукты из моей... Музыка из Джоми 3D-ш играет на заднем плане. ...моего холодильника. Но я выбрал самые ужасные продукты, чтобы при их смешивании получился просто ужас. И, конечно же, я взял себе такой красивый стаканчик. Начнем, наверное, с... Мне кажется, ли он на мой похож стаканчик? Яйца! Нет, украл. Я ненавижу яйца, потому что... Вы сами знаете, почему из прошлого выпуска. Не знаю, но помню. Надеюсь, без скорлупы там будет. Так. Просто мне хруст понравился. Готово. Господи. Что же пойдет дальше? Пойдет кефир. Честно, не люблю кефир. Кто любит, напишите в комментариях, вы любите кефир или нет. Господи! Он хотя бы свежий, да, свежий. Да о, нет! Свежий. О, нет! Так плохо. Мне уже наполовину стакана получилось, это кошмар. Ну так и... Немножечко сметанки. О, сметанку я люблю. Господи. Дальше пойдет соя. Господи, что так хлынуло аж. Горчичка. О, ужас. Я думаю, я слишком много ее взял. Ой-о. Вот как. Жить будет. Сгущеночка. Ну кто не любит сгущенку? Ой-ой-ой, что так много? Хотя побольше. Фак, мне просто уже страшно представить, что со мной будет после этого. Пахнет только кефиром. Кефир как будто весь запах перебивает. Ну это уже плюс. Ты любишь кефир? Конечно, буду пить, год. Я не люблю. Так, лучше я перелью в пластиковый стакан, потому что мне кажется, что я потом фиг отмою этот стеклянный. А пластиковый можно выкинуть. Чего ты раньше так не сделал? Ну что же, коктейль готов. Будущий бармен растет, я вам... Теперь я хочу вам показать, что получилось. Ух ты ж, ё-моё. Блин. У меня сейчас такое ощущение, что он масло переборщил. Да. Ну, как бы, теперь вы понимаете, да, что со мной потом будет? Mm-hmm. Итак, сразу говорю, что ведро уже готово. Господи, так, по правилам я должен выпить 3 глотка, потому что я не смог пройти первый уровень с 5 попыток. Mm-hmm. Господи. Кефир. Ну, ладно, кефир я люблю. Значит, я это полюблю. Иди ты плюс, что ты любишь кефир, но вряд ли полюбишь. Ну давай. Ладно, с Богом. О, классика заиграла. Блин, чё это нафиг? Чё-то масло как-то сильно чувствуется. Кажется, переборщил. Блин, я так и не выпил, я выплюнул, ладно? Блин. О, господи. Господи. Я сделал первый глоток и... Ничего омерзительного в жизни я не пробовал. Ладно, сейчас я выпью 2 глотка сразу. Ну-ка. Боже! Лучше так не делать. Вот именно. Глотай. Молодец. Капец. Ужас. Запить не могу только. И последний глоток. Давай. Запивать. Так, пойду запивать, господи. Ну что же, мне было не сладко. Да ладно. Следующий уровень. Итак. О, тут еще. Вначале. 2%. Хороший момент такой. Не отвлекаемся, детки. Нам нужно пройти этот уровень, чтобы не пить еще 3 глотка этого дерьма.
Так, мы уже чуть-чуть прошли. Ой-ой, я понял, в чем тут подвох. Да, они меня бы подкидывали прямо на шипы. Но я-то знаю, в чем тут дело. Ловушки по. Так, спускаемся, поднимаемся. Ой, мне страшно, как я это делаю вообще. Мне так кажется, что этот уровень я пройду. 43%. Так, тихо. У меня только третья попытка. Четвертая попытка. Фак, так нечестно. Все, я вообще лучше буду молчать, чем что-то говорить, потому что я всегда говорю и сразу продуваю. Так. Просто да, это хорошая тактика вообще. Если ты играешь, при этом молчишь, то ты так более сосредоточен. И появляется больше шансов, что ты выиграешь так. Как было в прошлом игровом челлендже. Так что да. Кстати, такую рубрику я на YouTube еще не видел. Может, она и есть, но я лично не нашел. Так что, если я вдруг кого-то якобы украл, зачем это делал, то напишите в комментариях, у кого такая рубрика уже есть. Просто я не знаю, я не нашел такой рубрики. Вот такие вот дела. Так. Последняя попытка у меня осталась, и я буду держаться молодцом. Так, я до туда доходила. Ой, и... Ой, нет, лаги. Ничего такое смея. Я не хочу опять пить это дерьмо. Ну пей. Мне придется. Ну что же, мы продолжаем пить билиберду на камеру. И я проиграл еще один уровень. Метро наготове. Господи. Так. Третий, да, колпак что был? Черт, ты забыл? Ты забыл? Ладно. Еще один. Давай. Маленький хотя бы. Господи, он пока вкус не сразу, а потом еще ощущается это. Блин. Это ужас. Следующий уровень. О, нет. Он еще сложнее, да? Нет. Так, тихо. Ну, пока что ничего такого сложного нет. Но я лучше буду молчать, а то сейчас опять натаскиваю. Это тут уже другие цветовые тона. И тут больше таких штук, по которым надо прыгать. Про квадратики. Йоу, как все изменилось. Эй, потише, парни. Так, тут я понял, не надо прыгать, потому что мы бабшики ударились. Ой, нет! 32%! Так, тут у меня лагануло и на том же самом месте. Да ладно! Охренеть. А, нет, это не считается. Подлагануло, так что у меня снова четвертая попытка. Так же напишите в комментариях. Какая, по-вашему, игра лучше, The Impossible Game или Geometry Dash? По мне, Geometry Dash я уже объяснял. Ну, The Impossible Game я вообще не знаю, что это за игра. А вот Geometry Dash, да, знаю. Поэтому выбор очевиден, Geometry Dash. А почему? Так, тут, во-первых, музыка круче и продувать легче. Kill me, please. Уже пятая попытка, ну, задавайте. Думаю, сейчас я пройду. Нужно быть уверенным в себе. Давай. Йоу. Так, до этого я не доходил. О, господи, нет, я ненавижу это дерьмо. Далеко. Ой, тихо, тут очень легко давай врезаться. Ты выиграл, нет. О, нет, давай. О, выход. Нет. О, нет! 49. Все, вы достали. 49%. Ура. Почти половина. Иду пить смузи. Грёбаный. Продолжаем. Тут уже, кстати, как раз таки на... Остальные три глотка и осталось. Да. Попробую выпить три глотка сразу. Давай. Молодец. Блин, рвотный рефлекс только так срабатывает. Я уже, кстати, немножко привык к этому ужасному вкусу. Уже хорошо. Вы слышите, да, как мой желудок там все это переваривает? Ага. Вызов принят! Дерзкий.
Ну что же, надеюсь, вам понравилось это видео. Mm-hmm. Если так, то поставьте мне палец вверх и подпишитесь на мой канал внизу. Также напишите в комментариях. Вот так вот. Да, это было не сладко. Ну что же, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить самое новое видео. Пишите в комментариях, про что бы мне еще снять ролики. И да, еще кое-что хотелось бы. Вот, пишите в комментариях. Может мне тоже игровой челлендж какой-нибудь сделать-то. И да, специально для этого вот. Я также под ссылкой ставлю... Ой. В описании я ставлю ссылку на свою страничку ВК. И там вы... Ну, там будет закреплено сообщение с игровыми челленджами. И вы сможете присылать какой-нибудь челлендж там. Вот, я выполню обязательно. Вот, где-то там вот. Или здесь, в общем, справа вверху будет подсказка на предыдущий челлендж игровой. Мне надо было пройти там Underfell попарса на без урона. Ну вот посмотрите обязательно. Еще был такой, ну, старый ролик вообще вот. Там 2-3 года что ли назад выходило. Ну, тоже будет в подсказке. Или нет. Даже вот тут будет вот эти два ролика. Сейчас скажу. Вот. Где-то вот. Вот тут вот будет Underfell вот этот на без урона. А вот тот, что раньше выходило, вот. Ну, кто не помнит, то вот вам отрезок, так сказать. И добро пожаловать в мою рубрику, которая называется «Игровой челлендж». Здесь я буду смешивать... Ну, вот так примерно, вот, да. Поэтому вот, пишите в комментариях, что снять дальше, вот. Ну, и самое главное, понравилось ли вам это? Мне вот очень интересно узнать. Это все. Всем спасибо. Все, пока.